нашей стране и республике много говорится о поддержке бизнеса. Но, к сожалению, поддержка реального производства, она в основном остается на словах. Наша страна вступила в ТОП. Вот недавно опрос был около 118 крупных предприятий производства. При этом о том, что плюс от ВТО 1%, как сказал. 86% вообще еще не почувствовал, 13% почувствовал плохо. Это уже разница. Вот мы хотели бы нашу сегодняшнюю встречу построить таким образом, чтобы все состоялось. И у нас еще большой плюс. У нас сейчас есть уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей. Это тоже структура, которая создана по инициативе Путина, сквозная, опять-таки, для поддержки предпринимателей. Это солидный инструмент. И вот как нам сейчас предпринимательским структурам, вообще организации, правильно использовать этот механизм? Как наше разделение, для чего мы нужны, и как с нами взаимодействовать? На самом деле, я как бы заранее обсуждали, и на самом деле ясность у нас сегодня в настоящее время абсолютно есть. Я могу сказать, что наш институт создан исключительно для того, чтобы защищать права предпринимателей в отношении с государственными органами. И для нас это является единственной целью и задачей, которую мы ставим в нашей работе. А естественно, у нас налажен постоянный и достаточно эффективный диалог со всеми представителями государственных структур, в первую очередь. Татарстан. У нас уже подписано соглашение больше полугода назад, буквально после приглашения нашего института, мы подписали соглашение о сотрудничестве. И на самом деле достаточно плотная работа сейчас ведется как по системным вопросам, касающимся развития бизнеса и снятия административных барьеров, так и по конкретным обращениям, по которым мы тоже готовы.